И вот он, допустим, хочет себе открыть бар на Манхэттене, чтобы открыть бар на Манхэттене, приблизительно 250 тысяч долларов. Ну, супер. И дальше, что ему делать? У него нет американского образования, у него нет английского, у него нет богатых родителей. Ну, это вот так, беда многих людей, которые хотят начать бизнес, в том, что ну, они или вы, или мы думаем, что нам кто-то должен. Что такое предпринимательство? Почему предприниматель? Потому что мы, как предприниматели, люди, которые меняют реальность вокруг себя. А с чем это связано? С высокими рисками. А кто тебе сказал, что все так просто? Ты хочешь зарабатывать много денег, ты говоришь, я хочу много денег зарабатывать, только мне нужно, чтобы у меня бар уже стоял готовый, родители дали бабла, и все было супер. Нет. И это правильно, в этом фишка. Почему предприниматели много зарабатывают и многим рискуют? У миллионеров долги миллионы, у миллиардеров долги миллиарды. Ты возьми любого предпринимателя-миллионера, вот они год заканчивают. У них ты думаешь, все хорошо, все вверх? Но знаешь, в чем сила предпринимателя? Что если он однажды сумел заработать 10 миллионов долларов в месяц, а вот в следующем году он ушел в минус 10 миллионов, каков шанс, что он отобьется? Очень высокий. А не дай бог просто человеку взять кредит и вот начать делать без опыта денег, облажается. Поэтому первый бизнес надо делать на безрисковой модели. Что-то перепродать. Там, где вы не несете колоссальную ответственность. Это вас эмоционально, психологически сломает. Этого делать не надо. Моя вам личная рекомендация. Первые деньги нужно делать на том, что вы сможете продать без риска. Вот прям честно говорю. Без всяких материальных активов. Тем более без кредита. Например? Чем вы можете быть... Первый бизнес это на том, чем вы можете быть полезным людям. С чем вы можете быть полезным людям, не неся дополнительной ответственности? Ну, в плане там, не набирая к себе объектов, не беря кредиты. Чем? Сделать сайт, что-то продать, нарисовать, вот руками что-то сделать, а потом понять схему. Ответ на вопрос, если ты, ну, как бы если у человека, который хочет открыть какой-то хороший бар, у него есть какая-то уникальная идея, то у него, как бы, соответственно, должен быть какой-то интересный бизнес-план. А с интересным бизнес-планом можно привлекать какие-то инвестиции. Привлекать инвесторов. Конечно. Ну, то есть, как бы, но не надо делать первый бизнес инвесторский, ребят, пожалуйста. Ну, первый бизнес и тащить первый бизнес инвестора – это преступление. Да, согласен. Это вы зачем? Зачем? Вот, ну, это не надо делать, ребят, ну, не надо себе мыслить. И еще есть одна такая фигня, когда мы сразу думаем, что хорошо, вот наша модель.